Всем добрый день! Сегодня у нас несколько необычный ролик. Сегодня мы гуляем не по Лазаревскому, даже не по Сочи. Хотя вот видите, тут тоже есть типа что-то площади флага. Мы с вами в краевой столице, в Краснодаре. Смотрите, какой флаг здоровенный такой. Фонтанчики, там дальше театр драмы. Нам бы лучше комедии, конечно, но ничего. Прогуляемся по улочкам чуть-чуть. Это одна из центральных улиц, улица Красная. Улица Красная. Не скажу, что я часто здесь бываю, но периодически приходится. Воду, кстати, пить нельзя, она техническая. Даже если очень жарко. Ну, бываю. Как правило, этот участочек я проезжаю на машине быстро-быстро. Эх, успели пробежать на зеленый. Немножечко вас потрясу. Погодка отличная. Это, я так понимаю, памятник казакам. Если честно, вам похвастаться, так сказать, знаниями о краевой столице я, так сказать, не могу особо. Особо сам не знаю, как правило, сами понимаете. Только по делам, по делам, да по делам. Опять эти банки. Мастер слухи. Центральная аллейка красивая такая вот. Вот надо было мне там идти все-таки. Все-таки там надо было идти. Смотрите, там и картинки всякие. Давайте. Так, а потом будет мне где там перейти? Да, наверное, будет. Пойдем, давайте. Я вернусь. Мы пройдемся по центральной аллее улицы Красной. Сейчас бы только успеть. Хочется все везде успеть, но как всегда. У меня все быстро, 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 бегом, бегом, бегом. Этот не нам зеленый. Нам пока еще придется постоять. Ну что делать, у нас тоже такое бывает. Большие домики. Красивые. Ну, архитектура Краснодара такая своеобразная, скажу вам. Есть очень красивые дома, современные, модные. Есть старинные, красивые, модные. Есть старинные, не очень красивые и совсем не модные. Наверное, так и здесь. Зато погода здесь отличная, небо красивое и голубое. Давайте быстрее включайте нам зеленый. Мне ж спешу уже, я спешу. Прогуляемся по центральной. Особо останавливаться не могу, так как спешу. Ну, в общих чертах. Вот прививка против гриппа бесплатно. Вот такие вот всякие чудики. Здесь продаются красивые, интересные такие, страшные даже, я бы сказал. У нас в Лазаревской тоже есть ярмарка такая, там ручные поделки всякие. Вот и здесь такое народное творчество. Красота всякая. Знаю, будете на меня ругаться. Прям дрались, прям дрались. Прикольно, красиво. Интересно. Тут всякая бижутерия, картины. Корзины, картонка. И тут сейчас все, в последнее время я начал замечать много всяких японских аниме каких-то непонятных. Все, закончилось, опять очередной светофор, блин. Что это за засада такая, а? Здесь какое-то интересное строение. Зеленая, наверное, какая-нибудь кафешка, да, точно, кафешка, там девчонки что-то мороженое точат, походу. Я, как правило, вот здесь вот пересекал, я бы даже сказал, не пересекал, а стоял в пробке,
периодически тут приходится стоять пробки в Краснодаре в том числе, поэтому я предпочитаю делать все эти поездки такие, знаете, в дневные часы, когда машин не так много, но хотя бы без пробочек. Смотрите, много зелени, мороженое, рожок, которое я не буду есть. Худею. Чистенько, красивенько у нас в столице краевой. И самокатики тоже есть. И телеканал Краснодар о хороших новостях рассказывает. Обратите внимание, здесь потихонечку начинается осень. Травка такая же свежая, как будто бы весной. А вот деревца уже слегка так, видимо, это каштаны, да, каштаны. Уже желтеют, опадают. Ну, в общем, осень приходит. Вы уже поняли. Так, вот мне надо будет сворачивать где-то здесь, я предполагаю. Может быть, я и обшибаюсь. Но не сильно. Зато маленькое-маленькое представление о том, вот как вот живет город Краснодар, какой он из себя. Надеюсь, у вас сложилось. Как всегда, я не успеваю. Да, это та улица, куда мне надо добраться. Я умышленно пешочком сюда поперся. А может, я еще успею? А, нет, уже не успел. Галерея, торговый центр, большой-большой. Там дальше улица Северная. Одна из центральных улиц, по которой мы с вами катались. Как-то так не означает. Кстати, в этом торговом центре имеется парковка, так что, несмотря на то, что он находится, точнее, на то, что он находится торговый центр в самом центре, все равно удобненько припарковать свое транспортное средство. Дальше там уже Ростовское шоссе можно выехать, Красные площади, огроменный торговый центр. Ну, туда я, увы, друзья мои, сегодня никак не попаду. Хотя, кто его знает, пути наши, как говорится, сами знаете. А вот это старое здание таких вот, я так предполагаю, 50-х, может быть, 60-х годов. Наверняка во многих городах есть такие еще. Мне чем-то вспомнился, почему-то Грозный. Я не знаю. Как-то так. А тут какое-то новое, но недостроенное здание. Вот такой вот он, Краснодар. Всем говорю пока. Может быть, еще включимся, но попозже. Не обещаю. Всем пока.